Указом президента России Владимира Путина за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга житель поселка Комсомольский Анатолий Викторович Луцевич посмертно награжден орденом мужества. Его на вечное хранение семье погибшего бойца передали глава района Заур Хамирзов и военный комиссар по Гиагинскому и Кашхабрскому районам Вячеслав Журавлев. С 2022 года Алексей проходил военную службу в военно-воздушных силах Российской Федерации, принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. Глава района выразил соболезнования матери погибшего солдата Елене Анатольевне и поблагодарил за воспитание сына. В такие моменты сложно подобрать нужные слова. Тем более, когда понимаешь, что никакие награды не соизмеримы с потерей близкого человека, отметил Заур Хамирзов. Эти награды – знак стойкости и патриотизма наших ребят. Такие, как они, сильные духом мужчины, всегда были и остаются гордостью страны и ее надежной опорой.